в комнату убрался. Мы готовы. Иди сюда, все начать. Цирка, он завтра нам пришел. Все маленькие, потерялся, по два глаза кино. О спектакле, в котором мы приехали в Комсомольск. Ну, для меня эта история была интересна тем, что это история, в общем-то, о кино и какая бы безграничная фантазия автора при этом не присутствовала, какая-то доля правды в этом спектакле о том, что происходит в кино, там присутствует, так или иначе. Какая-то кухня такая, что зачастую сейчас происходит что-то такое. По недоговоренностям, по умолчанию. И всегда возникают какие-то новости несуразные, когда ты туда приходишь. Ну, вот это, в принципе, о том же. Угу. А расскажите, пожалуйста, вот чего зависит успех актерской карьеры? Я не разгадываю эту загадку, я достаточно просто к этому отношусь. Вот, наверное, от случая. Все равно от случая, от людей, которые тебя окружают, от тех, кто, когда, в какое время тебя заметит. Ну, если ты, конечно, не родился уже знаменитым, вот, что тоже возможно. Но вы родились в актерской семье. Отец, отцу, по-моему, было 52 года, да, когда вы появились на свет. Как-то повлияло это, то, что вот отец актер? Ну, я думаю, да, конечно. Да, да, разумеется. Сам театр, в котором я присутствовал с детства, никак не повлиял на это. Я собирался заняться другой профессией. Никак не относящийся к актерскому. Ну, то есть там 6 профессий было припробовано. Ну, у меня были попытные, да, какие-то, чем я зарабатывал деньги, mm-hmm. или просто как-то пытался что-то изменить в своей жизни. Но опять вернулся. Я постоянно возвращаюсь опять в эту профессию. Ваши дочери тоже, вы приобщаете их к театру, к кино, да, я понимаю? Они уже взрослые, они живописцы, в общем, у них другая направленность, кино не снимались. У хороших режиссеров получили удовольствие, планировали продолжать, но потом какой-то был такой, то ли перелом в кино наступил, и они ушли как-то писать и дальше. Я смотрела ваше интервью, и такое интересное прозвучало ваша мысль. Вот с возрастом начинаешь ценить в жизни моменты и людей, которых моменты, о которых не задумываешься 18 лет. О чем это вы хотели сказать? Я сейчас уже не помню, но много начинаешь что-то ценить, что раньше не обращаешь внимания. Просто сам фактор времени, фактор радости, присутствия хотя бы, вне зависимости от каких-то внешних обстоятельств, которые на тебя влияют в данный момент. Просто само бытие. Вот, получать от него больше удовольствия, такого спокойного, адекватного, такого, скажем так. Ну, в ваших интервью идет вот часто такая мысль, что цените красоту, внешнее, внутреннее, гармония. Как вы, тяжело ли вам найти вот гармонию в себе? Что вам дает настроиться на вот этот лад? Как вы ищете вообще? Вот? В моем случае это пока более такая тренировка. Иначе бы я уже был просветленный, наверное. Сидел день в горах, и все было бы просто по-другому. Можно ли достичь этого в жизни? Да, конечно, можно, но это работа. Это работа, потому что, опять же, много факторов, которые совершенно возвращают тебя к другому. Вот. Это тоже правильно, потому что, наверное, как бы сочетать и то крайне трудно. Но мне кажется, чтобы быть, ну, как сказать, ну, в общем-то, здоровым достаточно, при этом много работать, нужно добиваться этого. Потому что 60-е, наверное, давно прошли, и тем более отнюдь не у нас. И это другая все-таки версия жизни, такая буйная. Ну и всему свое время. Наверное, в 20 лет переживаешь одно, там, в 30 другое, в 40. Ну, это закономерность какая-то, это правильно. Если вот там в 40, как в 20, ну, наверное, это уже что-то отдельное, какая-то жизнь. Сейчас вы переживаете 40. Что переживаете, можете сказать? Ну, наверное, то же самое, что и остальные. Я не особо как-то имею возможность видеть то, что переживают другие в это время, потому что мы в основном работаем. Фактор общения как таковой зачастую отсутствует.
во всем. Поэтому, ну, все то же самое. Все то же самое. Как работать, как жить, как общаться с людьми, как правильно себя вести, нужно ли мне это. Вот, вообще, насколько мне что нужно. Ну, наверное, обычные вопросы. Там человек, которому там за 40 чуть-чуть. Ну, какие сыгранные роли вам наиболее близки по духу? Те, в которых можно что-то сделать. В которых можно сделать что-то необыкновенное, но хоть как-то выходящее за рамки каких-то стандартов. Скажем так, более характерно, хорошо, я обобщу. Даже если не внешнее проявление характерности, то внутреннее. Ну, конкретно, какая роль вот у вас, ваша характерная, вам запомнилась, которую вы играли? Я думаю, что я пытался из любого материала как-то его качнуть. Вот, у меня были, конечно, там, наверное, всего пару работ, когда я, я не знал, что делать. Вот, и делал то, что мог. А так, в основном, удается что-то придумать, чтобы сделать не совсем как бы стандартным таким. А больше положительных героев или отрицательных людей? Последние 4 года отрицательных. Не знаю, с чем это связано. Кому-то показалось, что надо так, с тех пор не дают. Ну, у вас много было, даже, кажется, 3 роли, да? Цесаревича, царя, цесаревича. Вот это близко вам по духу? Как близко? Формат предполагал не особую достоверность. Вообще о достоверности трудно судить. В общем-то, как нужно, так оно и бывает. Поэтому, скорее всего, все, что касалось царской семьи, это вымышленные истории, эти периоды, которые можно было себе позволить какую-то выдумать жизнь и все сопутствующее к этому, и не быть достоверным, что ж, ну, вообще достоверность, ну как, ну это трудно. Ну, да. Не то, что трудно, все равно это фантазия чья-то. Ну, не моя, так продюсера, ну, не продюсера, так режиссера. Не режиссера, так автора. И в чем там достоверность, я не знаю. И нужно ли это сейчас кому-нибудь, я тоже не знаю. Вы говорите о политике? По-английски? По политике, говорю. Говорите о политике? То есть сейчас нет, не такая... говорю. Я объясню, почему. Потому что я считаю, отлично, моя позиция, чтобы говорить о политике, нужно быть хотя бы, ну, если не историком, но, может быть, хотя бы социологом, если не политологом. И все политические программы, которые я смотрю, а я их смотрю крайне редко, ну, хотя бы отталкивают тем, что все равно не существует диалога. А поскольку даже в этих программах не существует диалога, от чего отталкиваться, я уже вообще не понимаю. Поэтому я абсолютно абстрагировался от этих понятий. И действительно, мое мнение таково, что все-таки, чтобы говорить о политике, нужно хотя бы знать, что происходит у тебя в стране. Вот. А, но поскольку это знает только один человек, вот, ну или группа людей, то говорить просто так о чем-то или высказывать свое мнение, которое, не дай бог, посмотрят там, ну, хотя бы даже 1 000 000 людей, и не дай бог им что-то понравится, а это будет абсолютно неправда. Ну тогда зачем говорить неправду? Я не вижу в этом никакого смысла. А вы в Украине часто бываете? Нет, не часто. То есть это какой ваш приезд? Второй приезд. Первый когда был? До войны и после? Я могу сказать, что, наверное, всего я был 5 раз в Украине. Из них 2 раза ездил нырять, вот, а 3 раза на гастроли. Ну, сейчас вот Украина в состоянии войны, вы российский актер, вот вы можете как-то прокомментировать свое отношение, свое видение ситуации? Все-таки российские актеры на 2 лагеря разделились. За, против, вот, хотя бы в общих чертах, можете сказать? Мне намного интереснее был момент, когда люди в форме приходили в зал. Вот это было, наверное, может быть, намного интереснее, что все-таки спектакль есть спектакль. И уже давно, как, ну что об этом говорить, актеры приезжают, они работают. Актеры российские снимаются в Украине, украинские артисты снимаются в России. Мы занимаемся отдельной совершенно работой. Вот. И солдаты, которые служат в армии, они приходили на спектакли российских артистов. И абсолютно ничего в этом не видели. Это прекрасно, мне кажется. Украинские люди солдаты. Идут в театр. Угу. Люди идут в театр.
Мы должны заниматься именно этим. То есть театр, можно сказать, вне политики. Да. И потом, знаете, как вот в старой сказке, но все-таки свое мнение должны высказывать даже по этому поводу очень образованные люди, личности крупные. Мне кажется, что мнение этих людей будет интересно. Выслушать мнение человека или далекого, или еще не сформировавшегося. Но, во всяком случае, я себя таковым считаю. Ну, это зачем? Зачем? Это лишние слова, которые ни о чем не будут говорить. Мне нравится, что люди ходят в театр. Вы так сказали, но, судя по вашему интервью, создается впечатление у вас зрелого, такого мудрого, умудренного опытом человека. Все-таки, мне кажется, что больше не по годам умудренного, больше за 50. Ой, спасибо. Ну, нет, опыт – это ведь такая совокупность вещей, и зачастую не очень далеких от комфортного представления о жизни. Я, слава Богу, считаю, что я от них был избавлен, надеюсь, что буду избавлен. Не уверен, что я очень стойкий, лояльный солдатик в этом смысле. Но у меня есть свой опыт. И достаточно вы или недостаточно, делать ошибки никому еще не запрещалось. Ну, ошибок была в вашей жизни. Ошибок. Часто совершаете? Были ли такие ошибки, которые... Я даже не то, что совершаю, часто вы повторяете ошибки, наверное. Вот я, да, я повторяю ошибки свои тоже. То есть наступаете часто на одни и те же грабли? Да. Я это иногда списываю на усталость, на какую-то, может быть, на ослабление контроля. Я не человек контроля, отнюдь. И мне кажется, что все должно приходить осознанно. Может, когда осознанно пришло, и контроль уже не понадобится. Но пока это не в тебе, то ну, и бороться с этим, мне кажется, это практически бессмысленно. Вот так. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы занимались в разных сферах и отраслях, да? Вы были там и ведущим на радио, и фитнес-тренером, и директором магазина. То есть, получается, это разные отрасли. Вы начинали все с нуля практически везде. Mm-hmm. То есть вы этого не боитесь. Где еще есть какие-то сферы, где вы хотели бы себя попробовать, вот кроме актерства? Знаете, пока их нет. И не страшно ли было ли вам все начинать с нуля? Ну, а мне кажется, что начинать можно только с нуля. Куда бы ты ни пришел, ты все равно с нуля начнешь. Другого нет. Наверное, нет, не страшно. Я думаю, что это, во-первых, достаточно адекватная школа. Все-таки ты хоть что-то будешь знать. И это правильно. Наверное, это нормально как раз. Нет, не страшно, но мне бы уже, конечно, не хотелось бы опять что-то все с нуля начинать. Но в моей жизни есть определенная цикличность, когда я все начинаю опять же с нуля. Причем во всех сферах своей жизни. Вот. Поэтому, ну да, это вот очередной вот такой момент опыта, который уже надо не наступать на какие-то грабли, и все равно вот что-то, наверное, не отработано. Опять мы возвращаемся к истокам, и опять все сначала. Вы работали фитнес-тренером и говорили, что разработали какую-то программу. Ну, да, вам это было интересно. В чем ее суть? То есть что-то было такое, какая-то изюминка? Мне интересно до сих пор искать те вещи, которые будут близки очень ленивым людям или людям максимально занятым. Mm-hmm. Потому что, что касается спортзалов, комфортных программ, все это понятно. Но что делать людям, которые, например, не знаю, там 28 дней из месяца находятся в поездках, если рядом нет там зала, mm-hmm. дорожек, элементарных турников или что-то еще, что делать в таком случае? Ну вот мое направление больше к этому как-то склоняется. Как вот, или человек, который далек совершенно от спорта, и который ну, хочет ну, как-то хоть начать двигаться, более-менее с чего начать. Потому что зачастую мы сейчас еще время, когда ну, нет тренера, ну причем в любого уровня. Раньше как-то все-таки тренер был тебе и отец, и мать, и все что угодно, и семья, и очень образованные были люди. Сейчас, ну, среди реабилитологов, пожалуй, надо искать тренеров, которые могут тебя не изувечить. Ну, а так, ну, вот, в общем, такое направление. Для как себя. Человеку начать. Для себя часто играете на скрипке? Никогда не играю на скрипке. Для себя, особенно в последние, там, лет, наверное, 12. Я только это делал для работы. Какой вы отец? Добрый, строгий, вседозволенность или ограничение в воспитании?
Я всегда предпочитаю диалог и пытаюсь найти... я пытаюсь понять, что мешает. Потому что если постараться убрать что-то, что мешает, то мне кажется, что, наверное, это один из путей. И максимально мне бы хотелось ограничить от детей от перегрузок. Потому что вопрос, есть детство или нет детства, насколько ребенок должен вкалывать в детстве, чтобы потом там, к 14 годам лечь с давлением, или быть бледным, и ребенком, который уже мало вообще что может видеть вокруг, хотя бы даже тоже красивое поле, но это уже, не знаю, насколько я скомканно объяснил, но мне хотелось бы максимально избавить вот детей, которые, ну, сейчас, в данном случае, сейчас внуки, там еще что-то, и вот от перегрузок. Я считаю, что это не нужно, потому что... Вы сами были перегружены, да? Ну, я считаю, что да. Я считаю, что да, это повлекло за собой какие-то вещи, которые, мне кажется, опять же, не нужны. Как время сложится, что там будет? Я надеюсь, что мы не будем, конечно, дубинами размахивать там через 10 лет уже, что все будет в порядке, но, тем не менее, я не совсем понимаю будущее и в какое направление нужно двигать, нужно ли двигать или дать самим выбирать. Тут намного больше вопросов, чем ответов, но вот состояние все-таки некого покоя и любви, мне кажется, что это более необходимо, чем постоянное давление на выход, тем более на результат в детском возрасте. Я не знаю, ведь в детском возрасте вы можете танцевать, и это будет потрясающе, а к 16 годам можете сдуться, как никто бы говорил. Вы говорили, что вы были таким конкретным человеком. Каким? Конкретным человеком, то есть хряпнул дверь и ушел. То есть и так вы ушли из училища. Вот сейчас по жизни так делаете или все-таки переосмыслили и сейчас уже ищете компромисс? Да, я стал намного мягче, и я даже пытаюсь убрать какие-то эмоциональные всплески, которые у меня происходят иногда. Но они такие слабенькие, но они мне мешают прежде всего. У меня очень выбивает из колеи, вот, когда есть момент сделать хорошо, а делают как всегда. Вот у меня это не потому, что это такое обязательное, но просто это уже пришло, это как дорога. Ну, дали тебе ее сделать, ну так сделай ее, ну уже сделай, уже невозможно больше по этому поводу. То же самое в любой работе. Ну давайте сделаем. Есть миллион разных мнений. Давайте по-вашему сделаем хорошо, там, по-моему, там, как дядя Петя скажет, там, дядя Вася, мне все равно вам. Давайте это сделаем и будете спокойно наслаждаться жизнью. И вот какие-то любые отклонения в этом или, ну, не знаю, что меня еще раздражает. Моя забывчивость, например. Я могу там положить предмет, отвернуться и забыть. Ну, вот какие-то вот такие бытовые вещи. Ну, в общем и целом, да, помягче. Я стал думать, например, там, а почему, собственно говоря, я должен сделать так, чтобы это было кому-то выгодно, а не мне. Почему я все время убираю фактор каких-то своих интересов, что пора уже включать интересы там свои и своей семьи, не только кого-то, а постороннего человека. Вы вообще открытый человек? Есть у вас друг, которому вы вот открываете полностью свою душу? Или вы все-таки все держите в себе? Нет, я даже не вижу в этом никакого смысла. Я думаю, что если уж какая-то, не дай бог, клиника наступит, это удел профессионала, а обсуждать с друзьями что-то, тем более, что у меня нет таких, слава тебе, Господи, проблем, которые мне нужно прям, ну, с кем-то обсуждать. А личный фактор это нужно искать только с врачами. Ну, мне так кажется, потому что это тоже или профессионал, или, ну, или какой-то человек, которому ты уж не то что доверяешь, а который даже не... Ну, я не знаю. В общем, короче, у меня такого нет опыта. Как же стресс снимаете? Если не секрет, стресс как снимаете? Да не так, наверное. Перемены работы. Перемена работы. Вида деятельности, да? Да, да, скорее всего так. Для меня отдых, наверное, ну что, может быть, это вот просто какая-то посиделка, наверное, в загородном доме, в деревянном, потому что, ну, что-то очень такое спокойное, тихое, комфортное. Несколько дней. Ну, поскольку я меняю, там, допустим, физическую нагрузку на одно, то как-то я меньше устаю. Потом я абсолютно там... вегетарианец строгий, и это изобрел для себя, чтобы мне было легче, опять же. Я не могу сказать, что драть животных, к сожалению, за что был, по-моему, проклят. На один раз попытался что-то написать, как облегчить поход в горы, получил такой в ответ, что
больше писать никогда в жизни не буду. Но, тем не менее, да, это проще. По-моему, да, это проще. Я лучше себя чувствую, легче. У меня нет проблем каких-то, которые есть там у других. Ну, насколько это верно и правильно, я понятия не имею. Я даже об этом говорить не буду. Для меня правильно. Вот как бы это мышление. А сколько лет вы вегетарианец уже? Первый раз 10 лет назад попробовал. Вот. Ну, я не то, что я, по-моему, это веганство называется. Потому что я не ем ничего, кроме фруктов и овощей, поэтому ну, мне прекрасно. Очень интересно. Худым я не выгляжу тоже. Ну, как-то так. Ну, не будем вас задерживать, как вас спасибо большое.